украсим холодные весенние деньки горячими моментами первой половины апреля. Поехали! Роман Кантонистов бежит в отрыв не хуже защитников. Мощное завершение двумя руками. Леша Роговцов на страже владения блокитного ветра. Пленных не берем. После защиты можно и в нападение. Отличная работа рук от Сергея Тюрина. Влад Хомченко сотрясает кольцо рефрешка. Идеальная контратака Сока. МТС Базерс хотели увидеть мяч в корзине, но после звонкового блока Рома Кантонистова увидели его в пауте. Паша Мороз во всей красе для разминки колотил в отрыв. Ну а затем просто нарушил все законы гравитации блока. Бэм! Женя Янчи вспомнил физкультуру. Прыжок через козла, а вместо десятки – ассист. Святослав Ковалев и его стильный данк одной рукой. В ФСК тоже умеет летать. Лиллард? Нет. Кайри? Нет. Витя Савчанч? Да. Расстояние до цели не имеет значения. Леша Харич не стал тратить время на остановку, ведь партнер уже на позиции. Сам наводящийся пас за спиной. Бэтбойс уже держали в руках победу, но Денис Журавель вылетел из ниоткуда и размазал мечты о щит. Блокшот ценой в плей-офф.